Находка стала четвертой точкой на карте эстафеты огня 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». На центральной площади города состоялась торжественная встреча хранителей огня игр, и именно отсюда начал движение первый из 14 факелоносцев. Для нас большая честь принять у себя эстафетный огонь 7-х международных спортивных игр «Дети Азии», которые уже через несколько дней состоятся в столице Дальнего Востока. Это неповторимое событие и настоящий праздник спорта. Мы очень гордимся находкинскими спортсменами, которые примут участие в соревнованиях такого масштаба. Пользуясь случаем, хочу пожелать каждому из них удачи, терпения и в нужный момент справиться с волнением и показать свой максимум. Среди зрителей, встречавших эстафету огня, были и будущие участники игр «Дети Азии». Всего находку представят на предстоящих соревнованиях 27 спортсменов. Находка со всем радушием и гостеприимством рада приветствовать огонь 7-х международных летних спортивных игр «Дети Азии». Протяженность эстафетного маршрута по находке составила около 4 километров. Организаторы выстроили маршрут по самым памятным местам, чтобы это событие запомнилось всем участникам мероприятия. Завершилась эстафета на площади Центра культуры. Замыкающий факелоносец, которым стал глава находки Тимур Магинский, вместе с хранителем зажег чашу огня игр «Дети Азии». Напомню, в Приморье игры пройдут с 27 июля по 8 августа. Общая численность участников составит около 2000. Среди них спортсмены 16 лет и моложе. Олег Завьялов, Тамара Чупахина. Новости на 8.